Там-то да вообще где-то ничего, какие магазины вообще не так. Там точно тогда делать нечего. Да, люди ходят как это из-за нищеты. Работать не хотят? Хотели бы работать, работали бы деньги, зарабатывали. Конечно, это... Теперь точно такое не имеет. Ты на что-нибудь другое. Теперь какого поедешь? 23. А, ты Новый год там, да? Да. Ну, одежду смотри, может, что-то потеплее. Да. Термо, может, что-нибудь. Ну что, ты чё? Где вы заболеешь? Болеть нельзя. Нет, тебе вообще нельзя простывать этот, потому что это, у тебя будущее другое. Сейчас яйца простудишь, потом кому-то в Америке нужно будет, извините. Не, вообще, да, и в Казахстане кому-то будешь нужен, ты чё? Давай мне там одеваться на обязательно. Нет, это тем более там в декабре вообще будет колоту. Какое-то термобелье надо, чтобы не это температуру держало. Управление не зовут они тебя пока? Понятно. Это через полгода где-то в марте. Можно перевестись. Ты что, будешь прям 5 лет отрабатывать? Угу. Все. Сознал возможность выйти. Если ты 5 лет здесь останешься, то никуда не поедешь. Я знаю, я в курсе. В курсе, когда. Нет, тебе надо валить, я против. Я тебе дам 400 тысяч. Я тебе серьезно говорю. Нет, здесь то, что ты тебя легко найти. Не подъем. Что здесь не было? Просто что удобно? 15 дней. 15 дней дома. Ты нашел англичанку? А, англичанки не берут сюда. Искал. Сейчас я вот в Корею пойду. 16-го. Потом поеду. Угу. Там машина. Брат с кем-то занимается там. Немножко. Он, а, она так офлайн, да? Да. Я тебе просто с Караганды могу учителя скинуть. Онлайн она занимается. Угу. Ну, результат есть у людей. Прям хороший результат. Давайте скинемся. Сейчас я тебе скину что-то. А нет, она прямо это. Результат есть. Я видела, сама слышала. Только вот сколько она берет, знаешь, я забыла спросить. Да, лишь бы это обучала нормально. Ты когда восстану? На 12-го уровня.
Папкой? Да, сейчас ее просто. Она состоит. Это было уже... Папка, блядь, путешественник. Да ну, опыт сейчас. Ну? Поехал, Сарагаш поехал. Короче, в Узбекистан поехал, потом в Алматы, в основном. Сейчас за границу собирается. Да. Я вот уже чемодан собрала, он просто еще не в курсе. Ну, предлагали, говорит, в Алматы поедешь, я такой, я не знаю. Пусть он едет, хоть на 40 лет что-то посмотрит. Да. Ну, февраль, март, когда пусть там же бесплатно же ему осталось, так что... Пусть едут. Хоть мир чуть-чуть посмотрит. Ну, он и так-то ездит постоянно. Я говорю, когда работаете? Я какого не послышу, я туда ездил, я туда поехал, я туда собираюсь. Всегда удивляюсь, думаю, когда он работает. Нет, я же, говорит, работаю же каждый день. Ой, блин. Да, папка у тебя тоже мировая. Ну, он вас воспитал, блин, достойно. У вас из четверых только одна это, домохозяйка, да? Ну, домохозяйка. А остальные все это, ну, продвигаетесь. Малая, и ты, и старший. Что это? Ну, домохозяйка это уже не продвигается, успокойся, не плачь. А вы вот идете вперед, и малая ваша, блин. Она же постоянно тоже то на конкурс, то еще куда-то. Да. Она у вас тоже, блин, милый камшитая девчонка. Молодец она, ага. Она везде, мне кажется, этот, такая-то любознательная. Очень. Все интересно все это. А нахрен замуж кто-то нравится? Она такая же, как ты, блядь. Хрен женюсь. Да и не раз такой же был, господи. Уж под старость лет-то женюсь. Старшую-то не видела, а малую-то видела. Ну, все втроем вот, кого видела, такие прям пробивные. Еще и это красивые, блядь, втроем. Да? Папке повезло, блядь. Хорошо делал, я ему всегда говорю. Он старался? Да, да. Эксклюзивный, блин. Слушай, редко такое бывает, что с одной семьи все вот, ну как, чего-то добиваются, да, люди, дети. Ну, пример хороший. А? Пример хороший? Пример, да, воспитание хорошее. Да, воспитание, блин, вообще отменное. Не, я хочу, чтобы ты свалил отсюда, из Казахстана. Тебе тут ловить нечего. Ты же сам мечтаю, сплю и мечтаю, да? Только не связывайся с шаровами с нашими, я тебя умоляю. Все, если с бабой связался, все. Это труба. Ты же ничего не добьешься.
Ну, просто там маму говорили. Просто там говорили. Не, ну если ты женишься здесь, а все, ты куда поедешь? Какая Америка? У тебя будет 5 детей, 6 внуков и правнуков 8. Ты что? Ну если такая же самолетка, то да. Ага. Нацеленная. Ага, ага. Я тебя умоляю. Что редко? Вообще нет, ты правильно говоришь. Редко, блин. Ага. Я тебя умоляю. Попадется. Угу. Ага. Еще и в Мухосранске. С Мухосранске. Самому смешно, правильно. Балкаш. Угу. Алкаш, правильно. Okay. Такая и попадется. Начальник военчасти у нас здесь. Он еще полковник, но скоро будет генералом. У него сын. Блядь, вот семья обалденная тоже. Сын тоже обалденный. Бестолковый только. Да, тетюля, вы что, я жениться? Да не, в алкаше нет достойных. Папа приходит, говорит, блядь, бейте ему в голову, что она ему нахуй не нужна. Семье алкашей взял девку, привел домой и говорит, будет с нами жить. Сейчас писать. Я ему объясняю, ты придурок. Ты, говорю, пойми. Это гены, они не переделываются. Завтра она тоже начнет бухать. Да чуй, да нет, вообще она другая, она не такая. Папа купил в Алматы квартиру. Дали ему деньги, там вот эти у них там за то, что в военной части там сколько-то лет, там сколько-то миллионов дают. Ну, в общем, пахан берет у него квартиру в Алматы. Он думал, что его в Алматы отправят отца. Отец сам думал, что ну, в дальнейшем служить. И, короче, берет на эти деньги хату в Алматы. Пацан говорит, а что мы тут делаем? Берет эту девку и, короче, в Алматы валят с ней. Не расписано и ничего. Все, там кошечку заводят в этой квартире. Ну, тут Азамат говорит, блядь, поедем к сыну, хоть посмотрим, что они там, блядь, делают. Приезжают, блядь. Эта кошка всю хату засрала, зассала. Вещи по всей хате, они нежданчиком. Вещи по всей хате разбросаны. Ты... Ну, потому что девочка с такой семьи. Она ж нихуя не видела. Ой, бой, пахан, как дал разгон нахуй. Блядь. Один в другую сторону, другая в другую. Все, блядь. Угу. В общем, приехали опять все в Балхаш, уже все там не живут в Алматы, ага. Он, короче, у себя, она здесь у своих родителей, у этих. Ага. Я ему говорю, что? Да нет, что-то я посмотрел, у меня дома так хорошо, чисто, говорит, а там что-то дом не очень. Угу. Не очень, блядь. Я ему говорю, ты хоть башку свою включай, блядь. А, ну все, не, она мне все не подходит, короче, бля, я решил, грязнуля. Она умна, значит, точно гены. Проходит полгода, мне приходит, говорит, блядь, я, короче, наверное, с ней буду расписываться, я пойду. Блядь, это олух царя небесного. Вот не надо, тут нету. Бухает она уже. Уже. Сейчас нету. Да пока никого не ищу. Вот и не ищи. Глаза закрой и... Да, Америка. Америка у тебя только. Эйфелева башня перед глазами. Никаких ват. Запрограммируй. Америка. Развитие. Развитие. Английский.
Да, как будут этот. Придешь к цели, там и женишься. Я представляю, приезжаешь через лет 10 с негритоской. Да, с мулаткой. Отец был шарил отца. А у нее губы такие красные. Ой, не могу. Фантазия, конечно, у нас будет. Да. Ой, папа охереет, папа вообще. Я просто его не представляю, блядь. Папа, это твои внуки, и внуки такие. Ууу, через на жопы залетать. Ой, не надо нам. И зубы белые, белые, блядь. С вашими глазами, глазами. Да. Да нет, какая разница, лишь бы, как сказать тебе, ну, с нормального, ну, с нормальной семьи, ну, нормальное было, не бухающее там. Чтобы убиралась за собой. Убиралась за собой, за тобой следила, ну, как чистенький, опрятненький, кушать готовила, поддерживала. Это... Ага, замок вышел у нас с хаты. А потом, в общем, они в Алма-Ате эту квартиру продают, потому что ему сказали, говорит, учиться, говорит, пусть не мечтает. И он берет в августе, отправляет учиться еще одну дочку. Говорит, пошел он, говорит, со своей курицей вместе. А дочка не терпеть не может эту девчонку. Ну, грязнуля. Потому что, видишь, как в семье не было преимущества с детства. Вот и все. Если бы в детстве приучали, а там родители питбуль, да ладно, мы его в приют сдадим. Ты че? Я вот прям поддерживаю тебя. Я мыслю, как ты. Отлично. Вот все. Только Америка. Все замечательно. Все, да, чемоданы собираем, да? Все одобряется. Да. Ой, папка-то что там? Мы с ним договоримся по-своему. Папа, я долго шел к этому. Ты же знаешь, я вот хочу в Америку. Это ты еще не скажешь, придешь домой. Ты что? Слушай внимательно. Один я что поеду? Мне же нужна поддержка какая-то. Пап, Стюля меня всегда поддержит. Я подумала, мы летим с ним. Да, папа грозит. Сразу там же. Но мы с ней на одной волне, папки не переживает. Ой, блядь, нажаться. Не говори. Нет, это. Давай этот. Шутки шутками. Не, шутка-то шуткой, да. Это, не выдумывай жениться, нихер. Ну чего такие попадутся, как вот это, я забыл, зовут уже этих девок. Они мне нет, в телеграме пишут. Ага, я уже забыл, как их зовут, блин. Татуированные все. Такие же попадутся, ничего не нужно. Татуированные. Угу. Сердечко сделала на шее. Она жопе не сделала себе сердечко. Это было сначала на жопе. Было бы красивее. Солодышко. Ужасно. Как зовут девок? Белок? А? Белок? Белок этих, да, как их зовут, блин. Одна вот эта наркозависимая, блин, от сигарет. Ну, они где-то это либо в Алма-Ате, либо где-то там. С друзьями живут, блядь. Да, там пробы нельзя ставить, такие не надо. А тебе любая может сказать, что у меня цель поехать за границу, у меня цель, потому что у тебя есть эта цель, лишь бы за тебя зацепиться. А на самом деле у них нет никаких целей. Наврать-то можно. Я об этом не говорю, что у меня цель
Я тоже привык. Ну, вы и родители. Просто родненько познакомиться. Нет, ну ты познакомишься, она тебе это, ты будешь все равно рассказывать. Зачем? Вообще на уши навешай. Я увижу с ее стороны перспективу. Ну, если увижу, тогда только скажу. Вот. Еду, да? Да, ехала, еду. Если при этом рассказе она будет стараться что-то делать, да, возможно. А если нет, то там нет. Ну давай, я тебе говорю, я тебе дам 400. Уезжай, уезжай. Уезжай, да. Хоть и как клиента жалко прощаться, но, блин. Я честно хочу, чтобы... Я там отращу, чтобы тут... Нет, да, честно хочу. Я не была мысль, то что... Как я буду приезжать, буду... Ага, к ней встречаться. Ага, ну там же прикусы, косы, да, будешь грамотно, что эти, как его, дреды, да, сделаешь там. Нет, я парню одному делала дреды, мы 6 месяцев отращивали волосы. Да, я шинки, я их постригся, потом такое увидел во дворе, студию дредов. Угу. Я такой, ё-моё, зачем я постригся, мы не буду заплетать. Сделать, да. Он бедный не смог ходить, наверное, 6 месяцев отходил, потом снял, срезали ему, говорит, ой, Оля, вы чё, тяжко, говорит, башка устала. Не, ну есть люди, кто это привык, это привыкать надо, тяжело на голову все равно. Не знаю, я кайфую. Когда в голове напрягло, тянется, я такой, о, когда снимает вообще тему. Угу, когда лысый вообще, да? Да, вообще тема. Вот он пацан поносил, блядь, но мы долго делали, часов 7 или 8 мы с ним сидели. Он уже плакал чуть-чуть там, мне, я буду сидеть. Мы же могу пустой. Летели как правильно? Заплетали мы с тобой, да. Ну это фотка есть до сих пор. Да. Я тоже там в архиве лазаю. Видели, видосы есть, как мы с первой длины вообще снимали короткую, со второй. Ну, этот, как его, длинные волосы, видишь, тяжеловато, блядь. Еще сейчас, наверное, такая работа, что они точно не так. Да. Вообще не так. А? Вообще не так. Ну, вот я и говорю, что у тебя сейчас работа, блин. Так, что? Ложимся в гири. Только что пацан живу. Угу. Он в параллели учился со мной там, в колледже. Ага, он сейчас мастер. Да. Ну, мышку закончим. Хороший парень. Да. Прям очень. Говорят, что ли? Ага. Блин. Самое главное, туда я, например, не пришла туда с собаками. А вообще там, ну, можно хорошие деньги иметь. Рисовка что-то тоже снимать много нельзя. Вот это вот, вот в Ютубе, оно прям, блядь, взлетает. Ну там. Честно говоря, чиним, знаете, из говна и балок. Где ты весь эту? Там. А где ты работаешь? Да. Там показывают это. Ну вот это как раз таки... Интересно? Интересно. Говно и палки. Я честно тебе говорю. Там люди жрут баланду, я вот иной раз открою этот ютуб, я поражаюсь. У меня осталось чуть-чуть пюре со вчерашнего ужина. Я его решила погреть. Еще зашел сосед, он мне принес курочку, у него осталось, а он вчера покупал и не доел. Ели весь прошлого года.
Как ты угадал, я только хотела сказать, она ложит оливье в салат туда же. И говорит, вот еще забежала, говорит, в магазин, говорит, к оливье. Это оливье у нее, это 3 дня назад она снимала бумбанк. Говорит, чуть-чуть оливье осталось и 2 сосиски. Говорит, блин, они, конечно, подустали. И пюре тоже, говорит, подустало. Она прям это в видео говорит. Я решила посмотреть, сколько же, блядь, посмотрела эту трансляцию. 1 760 000. Я думаю, а что вот это дерьмо интересно кому-то? Смотрела и сдохнет, не сдохнет. Посмотрела комментарии. Ой, Мариночка, как аппетитно все выглядит. Как оно может аппетитно выглядеть? Я им пишу комментарии, блядь. Если она сказала, что сосиска и пюре подустали. Тяжелый день был у них. Сегодня я пью компотик, сок. Решила кофе не пить. Все пишут, ой, маленькая, наконец-то чай чуть новое. Блядь, я думаю, нормально. Смотрю, у нее все мумбанги с кофе. Люди смотрят вот это. У нее, у этой женщины, она с России, какой-то город, хуй знает. На Новосибирск, что ли, блядь? Нет, у нее там что-то, блядь. Короче, Вологда, с Вологды, господи, блядь, сейчас вспомнила. Этот, у нее этот подписчиков больше 1 100 000, что ли. И когда она в прямой прям выходит, с алкострима она ведет, у нее на алкостримы приходит. Алкострим она бухает прямо в эфире. Ну, что ты взял? Пару литражек пива. И все, и тебе донатят. За вот последний донат, я смотрела последний стрим, а я проснулась 3 часа ночи, открыла ее стрим. Посмотри, она писала, что у меня будет алкострим, я хотела посмотреть, что это такое. У нее на счету 23 тысячи рублей. Нахуя мне идти на работу, блядь? Я куплю себе пивасик и буду бухать в прямом эфире. Я уже об этом, знаешь, думала. Просто не пью. Да ты что, мне пригнезало, знаешь, сколько надо будет выпить потом, чтобы не чесаться? Подается. Сидит, вяжет дома, носки, шапочки, блядь. Да. Нахуй оно нужно, кому это вязаная твоя продукция, блядь? Ты продаешь это? Нет, мы сами носим, что шапочку вязаную, блядь, но более вообще шапки не ношу, если что так, блядь. Капюшон накинула и пошла, блин. Ой-ой, ты какая-то не такая. Всегда была с нашего класса неадекватная, блядь. Понятно, блядь. Учу попала, блядь, носки и шапочки не взять. Больше заняться нечем, 21 веке, блядь. У меня иголки дома нету. На днях кинулась, блядь, здесь булавку забыла. Волос стрял, блядь, иголку не нашла в доме. Я вообще ничего не чую. Порвалась? Сразу. Я вообще так не чую. Ну, я пошла на следующий день, купила. У нас дива. А некоторые шьют, носки зашивают. Еще что-то. Оля, вот только так будешь богатой. Я говорю, а что люди с ТЦ, блядь, сильно миллионерами, блядь, не стали, носки зашивали, блядь. Она там ищет, блядь, постоянно в одноклассницы. Хуй не страдает. Оля, зачем хлеб покупать? Его надо печь. Ну, Оля, вот пришла, блядь, и в компьютере пеку хлеб. Ой, ты что, дура такая? Столько экономишь денег. Я говорю, ага, и времени, блядь, особенно. На всякую хуйню. Ты лучше развивайся, блядь, в дальнейшем тебе это пригодится. Атомную электростанцию открой, я говорю, я первая туда пойду работать, я говорю, кабинет добрут, говорю, представляешь, я говорю, почему, потому что я говорю, грамотная, образованная, а ты, говорю, бестолковая, со своими носочками, блядь. Не, я бы пошла туда работать, мне образование это позволит. Ну, если бы они платили 2 ляма, смех. Вот я думаю, ну. Мне всегда будет вам нужнее. Не столько это. Ну, если мозги, правда, включат, то устроится.
была главным инженером. Ушла, блядь. Я бы ее туда, блядь, с удовольствием. Наши взяли, россияне. А, говорят, китайские эти американцы строят. Да? А уже строят? Уже строят, блядь. Уже типа